театр. Вы любите театр, как люблю его я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная это впечатление изящное. Лучше сказать, вы можете не любить театра больше всего на свете. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Театр – это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый, как мечта несбыточная, в театр этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас тоской и любовью. Ступайте, ступайте в театр. Живите и умрите в нем, если можете.